Дорогие друзья и гости моего канала, здравствуйте! Сегодня показываю первое видео в этом году, снятое в моем весеннем саду. Крокусы. А это морозники. Повылазили из земли. Дружные ребята такие. Удивилась даже очень, когда вчера еще они просто были листочки. А сегодня гляжу, бутончики уже. Очень необыкновенные тюльпаны. Оказывается, листья у них очень интересные. Только что открыла укрывной материал и увидела вот такую красоту. Никогда не думала, что листья у тюльпанов могут быть такими красивыми. Обратила на это внимание. А это крыло-тычинник. Открыла горку, тоже было все под укрывным материалом. И обнаружила, что уже даже стоят цветочки. Правда, еще не распущенные такие, но уже готовые к распуску. Мои хаберлейки тоже живые. Это все горочные растения. Оказывается, у меня под укрывным материалом они очень прекрасно провели зиму. Хохлатки уже готовы к распуску. Уже с бутончиками стоят, уже листочки зеленые. Хотя 3 дня назад был снег везде. А это миниатюрные елочки, которым вообще уже 3 года, 4-й. Но они практически не выросли, не сильно выросли, вернее. На горке еще обнаружила примулы маргината. Это тоже горочные растения, это камнеломки, порфирионы. И даже бутончик уже увидала. Дербянка порадовала меня здесь. Кругом она, оказывается, дала корни, проросла везде за зиму. Я видала множество просто зеленых листиков таких красивых. Амшанка, оказывается, разрослась. И зеленый ковер раскрывает подножие этой скалки. И здесь вот тоже горчичные растения. Уже даже распустились и стоят с цветами, что было очень для меня удивительно. На дворе сегодня 1 апреля. Рябчики. Они растут не по дням, а по часам. Буквально вчера еще они только вылазили из земли. А это уже подснежники. Первые цветы после зимы, где был снег еще буквально 3 дня назад, уже распустились и цветут подснежники. Очень обрадовали они меня. Первые цветы весны. Вот такая красота у меня сегодня оказывается в саду. Получилось снять их, вот такие они внутри.